Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу представить вам перцы, которые мы высаживали и после появления петелек выставляли их на свет, для того, чтобы они получили как можно больше света. На самое светлое место мы вставили. Я свою рассаду выставляла под фитолампы. В течение 2 недель сходы досвечивались круглосуточно. После этого, после 2 недель, я свет отключала на ночь, но подсветка должна быть не менее 12 часов. Лампы у нас самодельные, из светодиодов. Когда становятся теплые дни и температура бывает 12-15 градусов на улице, я свою рассаду выношу в парник, потому что я сейчас на даче. И у меня есть возможность выращивать рассаду в парнике. Если чувствую, что ночи холодные, я ее стараюсь занести в дом. Здесь в рассаде хорошо и комфортно. Температура сейчас 24-25 градусов. Вот на той полочке, где стоит рассада. Двери открыты. Ну, в зависимости от температуры я стараюсь регулировать. Или открываю дверь, или закрываю. Я хочу показать вам, как я подкармливаю молодые перцы. По мере подсыхания почвы мы поливаем нашу рассаду. Поливаем слабым раствором марганцовки, чтобы не появлялись мошки. Но потом делаем подкормки по мере появления листиков. Я делаю подкормку вот таким универсальным гуматом, в котором содержатся разные удобрения и микроэлементы. Этот препарат экологически чистый. Он разводится 50 грамм препарата на 1 литр воды. Мы берем тепленькую воду, отстойную, и добавляем сюда 50 миллилитров гумата. Я не могу сказать, сколько конкретно на каждое растение. Мы смотрим по мере подсыхания почвы и поливаем растения. Поливаем растения и так по всей поверхности почвы. Наши перчики политы. Сегодня я использовала такой гумат. Есть еще гумат натрия, который тоже очень хорошо, на который тоже хорошо реагируют наши растения. Развивается хорошая корневая система, и используем его по инструкции. Мы чередуем наши подкормки. Я вот использую еще хлебные корочки, которые настаиваю в течение 3-5 дней и поливаю этим раствором, разводя его водой 1 к 10. Наши препараты мы чередуем приблизительно где-то через 10-14 дней. Вот. В такой стадии перцы можно пикировать в большей емкости. Но места очень мало, поэтому я не практикую это. Я чаще всего до высадки в грунт растения содержу вот в таком лоточке. Единственное, что еще, я подсыпаю грунта чуть выше, для того, чтобы корневая система могла развиваться лучше, чтобы перчики стали толще. До высадки в грунт мы будем перчики наши периодически выносить на воздух, для того, чтобы они привыкали к солнечному свету. Но сразу на солнечный свет выносить нельзя, потому как рассада очень нежная, она содержится чаще всего в квартирах, на окнах. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Мы с вами будем наблюдать за развитием этих растений, но теперь, я так думаю, мы уже покажем, как они будут себя чувствовать перед самой высадкой в грунт. Всего доброго, друзья!